Вот это я хочу показать, как мы сделали, когда хочется, чтобы менялись оттенки, как будто бы вот солнце выходит из-за тучки, облачность такая, такое создание типа природного тумана. Вот, в аквариуме тоже оттенки меняются. Это RGB освещение. Оно на пульте управления, то есть RGB нужно переключать вручную. Можно оставить любой оттенок, который нравится. Мне очень нравится оттенок восхода солнца. Вот его четко видно, как будто восходит солнце, да? Вот. Сейчас уже такой вот сумеречный. Вот это глубокий такой вот закат. Это если работает RGB-лента на смену оттенков. RGB мы выключаем с пульта управления. Пульт управления в изголовье кровати.